Приветствую всех. В общем, решил я сделать еще глушитель. Ну, поменять большой мой на вот этот, короче. Попробую, что получится. Это обычные трубы бэушные от какой-то выхлопные, от какой-то машины. Насверлил отверстия. Эти 8,5, эти, по-моему, 6. Вот так их сварю. Тут немножко наискосок сделаю и тут. Это будет... Сюда будет приходить от двигателя выхлоп. У меня он 25-й будет. Вот эта накладка будет 25-я. Так. Вот так под углом. Вот так вот. А тут будет вот это стоять внутрь. Вот тут отверстие. Я даже не помню, какого они диаметра. Тут я заглушу и, возможно, сделаю маленькую дырочку. Это туда вот так просто вставится. Хотел еще сюда колечко сделать, как на том глушителе. Но, наверное, без него оставлю. Просто будет трубочка. Будет так стоять, и тут уже будет выхлоп. Хотел вот это синее грело загнуть, чтобы велосипед не пачкался, чтобы выхлоп сразу в бок бил. Но не получилось. Сталь тут 1,5 миллиметра где-то осталось. Никак мне ее было не согнуть. Может, еще попробую, не знаю. Время, как всегда, нету. Так, а эти, короче, вот они свариваются. Одна с другой плюс-минус, надеюсь, совпадут. Тут я просто обварю. Ну, почище еще. Что еще? Тут, соответственно, будет просто вход, ничего не будет. Это будет как небольшое расширение. А выхлоп у нас, отверстие, если можете видеть, вниз будет попадать сзади глушителя, а выходить спереди. То есть вот так вот будет. То есть у нас сначала будет проходить вот эту всю, ну не всю, часть будет сразу вырываться, а потом в большое отверстие вниз. Будет попадать в часть, где трубка цельная, а потом идти дальше в обратную сторону, получается, попадать в эти отверстия и уже по этой трубке выходить наружу. Вот как-то так. В общем, вот что получилось. Подрезал я краешки наискосок. Единственное, накосячил, как обычно, потому что шов у меня вот тут более углубленный, мне больше нравится. Тут выпуклый получился. И отверстие с этой стороны, плюс вмятина. Думал, ее внутрь варить или наружу, потом, думаю, фиг с ним, приварю наружу. Типа разверну, все получится. Нет, не получится, потому что я перепутал угол, надо было туда делать. Будет сверху оно видно. Может, подварить, думаю, ну тогда тут широковатое все, а тут будет гладкое, некрасиво тоже будет. В общем, это еще подумаю, а так все сделал. Вот. На жопу у нас фигня. Вот так там будет труба стоять. Отверстия, соответственно, вот тут вот идут. И вот на морду это будет сверху. Все криво, косо, но там под выровню еще, что смогу, что не смогу, и так сойдет. Вот. Надо будет тут еще подточить. И может попробую все-таки загнуть, не знаю. Жарко сегодня, 30 градусов на улице, туда вообще не выйти. Гараж дверь закрыл, более-менее. Также получилось выломать старую трубу. Тут у меня 22 диаметр, новая труба будет 25 поверху. Вроде для, прикинул, для болтиков хватает места. Ну, может, ее подсплющу. Тут еще надо напильничком везде попроходиться, а тут сверлышком. Ну и по сути все готово. Так оно будет. Сюда, 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 сюда. Вот так вот оно варится. Больше там внутри ничего нету. Вот все детали по сути. Тут будет входить, тут выходить. Будет входить сюда. Там доходить до конца, проваливаться в отверстие. Ну точнее, с середины начнет проваливаться внутрь. Потом в обратку, вот в эти отверстия и на выход. А, вот еще. Это приварится вот сюда. Труба будет с конца заглушена. И все. Вот так стоять будет. Как-то так. Ну, в общем, по глушителю. Тут я уже приварил, все более-менее подзачистил. Это будет туда вставляться. Вот так. Это хочу все-таки загнуть. Она темная, грел, не получилось у меня ее нагреть до красна и согнуть. Эту тоже хром получилось только сжечь. Вот, а согнуть не вышло. Поэтому будем по старинке резать и заваривать.
вот, собственно, варил я уже выхлоп, пока не зачищал, тут чуть-чуть почищу, сильно не буду. Это отсюда, и вот длиннющая труба пойдет назад. Вот сколько дырок получилось, надо нафигачить, чтобы завернуть. Плюс этот радиус мне не очень нравится, он крутоват. Ну и тут тоже довольно-таки некрасиво, но, блин, по-другому никак. Ну как, конечно, можно было еще больше делать прорези и уже. Я уже нафигачил так, короче. Самое главное, смотрите, короче, как красиво, я не знаю. У меня прям любовь просто к прямым длинным трубам. И мне прям хотелось бы, чтобы оно было. Прям вот так вот. И без всяких банок, и без ничего. Просто вот так вот. Уже чешутся руки просто собрать его и первое время так покататься. Ну, немножко хотя бы. Будет, конечно, очень громко. Может, попробую, потому что... Ну, потому что хочу. А так банка, наверное, будет вот тут сзади висеть совсем, потому что труба длинная, не буду ее обрезать. Хотел изначально вот сюда вешать, но она выпирала сильней, возможно. А так назад повешу и сраться не будет велосипед. И, в принципе, и закреплю прям одним хомутом сюда, пущу просто этот... Ну, ухо, грубо говоря, длинное. И, возможно, сюда еще хомутиком трубу притяну, потому что банка тяжеловатая, конечно. Ну вот, поскольку дыры везде здоровые, у меня не аргон, получилась такая гадость. Теперь-то буду месяц зачищать. И, собственно, сама трубка, в принципе, готова, если она хорошо подойдет. Я приложил, вроде подходит. Останется потом срезать тут наискосок, приварить. И выхлоп готов. Но сначала хочу попробовать так поездить чуть-чуть. Как-то так. Вот, собственно, что получилось с глушителем. Сделал я два крепления. Вот, и покрасил. Он уже подоблезает, потому что царапается. Краска, она сама по себе такая. Тут, видите, плохо покрашена. Но там хром, но тут уже нету, и тут лучше покрасилась. По хрому она ложится плохо, хотя его шкуркой замотовал немного. В общем, вот, что получилось. Сейчас попробую поставить, послушать. Также, наконец, запрессовал сюда вал переточенный. Теперь он плотно сидит, а то у меня постоянно другой новый, который я поставил, он уже тоже почему-то болтается, быстро все разбивается. Звездочки уже опять плохо. Надо будет менять скоро. Надо, конечно, цепь менять и вообще переходить на другую, потому что это все-таки ресурс у нее небольшой. Вот, сейчас глянем, что с глушителем. Ну, а вот так он работает. Глушитель получился громкий, я недоволен, не нравится. Та здоровая банка была намного тише. Он на ходу ехал тише, чем сейчас работает на холостых. Ну, звук такой пердящий какой-то. В общем, вот как-то так.